Делегация Чувашии работает в Узбекистане. Сегодня в Ташкенте открылась выставка «Иннопром. Центральная Азия». Для участия в выставке зарегистрировались порядка 5000 делегатов, а также более 300 иностранных компаний. В этом году на полях «Иннопрома» республика представит опытный образец нового колесного трактора «Агромаш», произведенного в рамках «СПИК 2.0». В рамках деловой программы делегация Чувашии подпишет несколько соглашений о сотрудничестве. Глава республики Олег Николаев встретился с представителями Министерства здравоохранения Узбекистана. Стороны обсудили совместные планы в развитии медицинского туризма. В прошлом году медцентры Чувашии посетили 7 тысяч иностранных туристов. Есть такой термин, как медицинский туризм, да, когда люди как раз приезжают за такими медицинскими услугами. И мы сейчас активно работаем, чтобы вокруг этих медицинских услуг сформировать соответствующие туристические сети. Чтобы люди, естественно, покупая условно путевку для получения высокотехнологической помощи, ни о чем больше не задумывались. Прилетели, сели, приехали, получили соответствующее вмешательство, дальше перешли на реабилитацию, уехали. То есть вот этот вот сервис, он создан, и в целом первые такие шаги в этом направлении, они показывают хороший отклик. Доля экспорта в Республику Узбекистан из Чувашии около 4% и продолжает увеличиваться. Сегодня же на полях «Иннопрома» подписали соглашение о побратимстве между чувашским Новочебоксарском и узбекским Карши. Это подразумевает широкое инвестиционное сотрудничество, установление прямых связей.